А национальное телевидение подвело итоги конкурса «Чувашия. Моя республика». Все финалисты собрались в Национальной библиотеке для вручения призов и подарков. Кто стал победителем, об этом далее. 3 месяца, более 50 работ, 20 финалистов и 3 победителя. Таков итог конкурса в числах. В июле этого года Национальное телевидение Чувашии объявило конкурс видеороликов. Принять участие в нем мог любой житель республики старше 12 лет. Сюжеты, документальные зарисовки, видеоклипы, театр теней, слайд-шоу. Каких только жанров не было среди конкурсных работ. Среди участников – школьники, студенты, пенсионеры и даже целые коллективы детских садов и творческих студий. 3 месяца пользователи соцсетей и жюри в составе работников телеканала отбирали лучших. В финал вышли 20 работ, авторы которых собрались в Национальной библиотеке, чтобы узнать имена победителей. Ими стали коллектив детского сада номер 158, которые рассказали о родной республике, показав театр теней. Все рождается планомерно и неожиданно. Вот и это было планомерно. Рождение такой задумки было, как сказать, всегда неожиданно. Есть режиссер, который снимает Наталья Валентиновна, есть мозговой центр, который ищет, есть начальник, который руководит. Большое спасибо, что этот труд был оценен. Ольга Осинкина, посвятившая свой фильм о Чувашии бабушке. Ну, это, конечно, очень громкие слова, но вообще просто дорога домой и дорога к бабушке, которая всегда нас ждет, это такое сакральное, сокровенное чувство, которое возникает и вот с которым хотелось поделиться. И Любовь Щукина, которая написала песню о Маргаушском районе и сняла на нее видеоклип. В интернете эту песню уже окрестили гимном района. Когда объявили конкурс «Чувашия и моя республика», мне быстро пришли это слова. Музыка идет с собой, пою сама. То есть полностью авторский исполнитель? Полностью автор сама. Слова, песни. Просто я быстро попросила аранжировщика, чтобы он мне сделал песню красивой. Работы финалистов и историю их создания вы сможете увидеть в программе «Чувашия. Моя республика» совсем скоро. Следите за эфиром. Оксана Очкасова, Андрей Спиридонов, «Республика».